Видел, вот кто видел этот фильм, это, как же он называется, блин, сейчас посмотрим, это этот снимать, сейчас мне заблокируют YouTube, блин, Бабилон Айди, короче, это вообще пророческий фильм, я чем дальше его смотрю, тем мне больше всего нравится, это, короче, Рашка. Это будущее Раски через 5 или 6 лет, блин, это капец, бля. Как мне это понравилось. Я четко вижу, ну как он мог снять такой пророчество? Эти банды, эти вот как, буряты, корейцы, блин. Все продают, бывшие вагнеровцы, жрать нечего, продают оружие, какие-то банды. Какая-то нищета, разруха. Это же все петит, это же хрущевки, это же капец. Я не могу показывать это все, сейчас заблокируют нахрен. Ну как это все похоже, и как я вижу это будущее. Мне нравится такое будущее, блин. Как он мог снять такой фильм? Кто ему написал этот сценарий, блин? Вот они по рынку идут. Но это же капец, это же любой, это вот, это не, сейчас это так-то все, а уж что будет дальше, блин, это надо смотреть, обязательно посмотрите этот фильм, мне вообще кажется, он охрень какой пророческий, это вот Рашка через 5, через 10 лет, везде инвалиды, какая-то фигня, не могу показывать, нихрена, сейчас все заблокирую, нафиг, что же, ну я не могу не поделиться, я просто в шоке, блин. Я в шоке, потому что я увидел, вот кто хочет посмотреть будущее Рашки, вот, пожалуйста, посмотрите хотя бы начало этого, блядь, фильма. Я даже как бы не то, что надеюсь, я знаю, что так и будет, блядь. Вот они на вокзал пришли, и тут, короче, сейчас все рванет. Ну, типа теракт, блядь. Да, да. Типа, она же как я, типа толпу не любит, не может, у нее задыхается в толпе, потому что там рванет, или погибнешь в этой толпе. У меня такой же синдром, и тоже, блядь, предвижу будущее. Я думаю, что это сценарист не просто так снял. Даже надо так, блядь, предвидеть. Ну вот, пожалуйста. Come on, man. Бабилон, вот этот фильм, блядь, вот это фильм, это офигеть, блядь.